Всем привет, ребята. Шахматный камбэк. F3, DE, FE, ED. Ну, это у нас без... Без коня за две пешки. Ну, нормально. Е4. Под крут пошел. Е5. Крут. Пока нет никого под крутого. Ну, уже пешку подставил. Конь E5, ферзь H4, G3, ферзь E4, ферзь E2. Но этого не будет. Слон B4, наверное. Нет, ферзь H1, ушли. Слон E6, конь H8. Но он не пошел на этом. Скучный. Может быть, его вынудить? Как? Ну, спровоцировать как-нибудь. Ну, сейчас он уже хочет спровоцироваться, потому что когда на F1 можно спрятать. Не, давай просто будем пешную цепь поставим и будем делать вид, что так и так и было задумано. Ну, безнадежно, конечно. Слона на C5. Не, пешку. Пешку на C5? Да. Слон там лучше, мне кажется. Ну, сейчас мы будем с авторами в этой партии. Побежали. Та же идея. Осуществил, да? Да уж. Как мат не получить. Так, слон D6. Сейчас, погоди. Может, еще и не проиграли? Слон D6 ты предлагаешь? Слон D6, да. Ну, он что-то съест, да, согласен. Но... Господи, конь C6. Я F7. Слон E7. Ладно. Так, подожди. Давай, вот, поехали. Слон на D6, конечно. Силен. Так, отошли. На B6 пытаюсь спрятать его. Да, если он на B6 дойдет, там будет себя безопасность чувствовать, да? А, абсолютно. Слушай, две фигуры зависло. Лучше как... Да, можно и так сказать. Я не думаю, что он не может защитить. Когда мы напали на B5 королем, не забывай. Может укусить все-таки? Так давай съедим. Ну а чё? Коня 3? Да, коня 3, это уже проблема. Да у нас там много фигур, мы должны защититься. Да, но не получается. По ходам. Король B5, король коня 3, он всегда маму посматует. Ничего не сделаешь. Ферзь C4, потом ферзь B5. Нельзя брать. Давай развивающий ход любой. Ладно, меняем ферзь и пытаемся держать эту позицию. Мне кажется, это тяжело будет, нет? Ну, поровну материала. Понятно, что у него фигура лучше. Ну, не только... В конце концов, я же фанат размена ферзей. Я должен доказывать это в каждом видео. По несколько раз. Куда ты повел коня? А, поменяться? Ну, а чё? По крайней мере, напрягли. Если так, то ладно, на 8 тогда. На b7 защищено. Да. Ну, вообще надо было сразу брать, наверное, да? Ну, пока непонятно. Мне кажется, что мы удержали. Ну, по сравнению с тем, что было там. Мне кажется, что это равная позиция уже. Хоть какое сравнение. Ну, вот уже куда-то ладья туда зайдет сейчас. Не, ну это, извините, уже у нас лишняя пешка вообще-то. В данный момент. Понятно, что вообще не знаю, наверное, черных лучше уже. Наш 7 возьмет. Попробуй до такого короля доберись еще. Ну, слон F5 будет. У нас очень активные фигуры сразу станут. Задумался. Давай информацию покажем. Не давай. Давай, ладно, времени много. КМС 2220. О боже. Как так, ребят? Ну нет, пожалуйста. Ну, это же КМС. 2220. Это рейтинг намного выше, чем у Пети, к примеру. Петя же не может себе позволить такое проиграть. А, нет, может. Надо будет попробовать камбэк с Петей. Почему не через C4? Ну, ладью как-то поведет на эту. Пускай идет на спешка лишняя. Да, у черных лучше. Ну, конечно, король плохой, все равно может прилететь в вариантах какая-нибудь. Бяка. Ну, пора пешки вести. Согласен. Да, D3 смотрится вообще убивающе. Не, ну какой убивающий тут?
На самом деле, черных может быть только чуть-чуть лучше. Гвоздь, мне кажется. Гвоздь программы. Почему ты пешку на 5 не съел? На c4 я дал бы. Корневую. Ну вот, пожалуйста. Ну тут флаг срубил, а не выиграл. Но все равно уже получше. В смысле? Что получше? Лишняя фигура. Ничего себе получше. Минус 5, наверное, по движку. Минус 3.